сегодня мы получили вот эти обстеры. Там правильно. Окей. И он вас. Данки. Вот такие вот, видите, с креветочками. Муж себе с макарончиками положил. Попробуем сейчас. Вкусно, не вкусно. Все, супер. Взяла себе мороженка вот такое. Не знаю, зеленое, как это называется? Какое? Киви. Пистация. А сверху как? Что-то абрикосовое или что-то ледынное. Не знаю. Попробую. Вкусное такое. Классно. Перекусили, сходили, я мороженка скушала. Да, там концерты, представления, шоу. Что? Здорово. Люди в бассейнах сидят, когда море рядом. Я офигею вообще. Особенно наши немцы, я имею в виду местные немцы, это ужас. Да. Мы сегодня загорались, накупались. Ой, так хорошо. Представления всякие были. Интересно. Здесь вообще так классно в этом отеле. Супер просто. Так здорово. Здесь базар какой-то. Сейчас идем в номер, помоемся, будем на ужин собираться. Погодка тихая. Вообще сегодня ветра практически не было. Маленький ветер был. Поэтому понравилось очень. Очень понравилось. Я прям довольна этим отелем. Хороший. Вообще Iberostar — это сеть отелей. Их много. Так тихо-тихо. Хорошо. Прям как в сказке мы. Такое питание, так все вкусно, такой выбор. И морских продуктов много. Сегодня лобстера кушали на обед. Креветочки. Ну, прямо королевский обед у нас сегодня был. Не знаю, что будет на ужин. Мы очень довольны. Питание на высшем уровне здесь. Действительно. Так, ну что, полотенце мы будем менять? Я же поменял. А, ты поменял уже. Ну все, идем в номер. Как здорово, красиво.